Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Маша Family Shorts Vlog, который мы ведем из Израиля, из города Хайфы. И несмотря на то, что обстановка здесь сейчас совсем не веселая, мы не унываем. Сегодня утром я проснулась от странных звуков с улицы. Это была сирена, но не совсем обычная. Одновременно с этим я услышала звуки из спальни Ника, на который заорал. Что? Оказалось, что голос из телефона сказал землетрясение. Срочно выйдите в открытое пространство. Что было делать, совершенно не ясно, но мы все-таки натянули на себя штаны и выскочили в убежище, что полностью противоречило указаниям службы тыла, так как выходить нужно было на открытое пространство. Постояв немного в убежище и поняв, что нигде ничего не трясется, мы вернулись домой. Как потом выяснилось, это глюкнули сейсмические службы. После того, как в соседнем государстве бабахнули в туннель. У нас появился телеграм-канал. Если вам интересно следить за нами и дальше, то вы можете перейти и подписаться на него. Мы будем выкладывать туда самый эксклюзивный материал, который обходит камеру и всегда остается за кадром. Там вы можете больше про нас узнать. Подписывайтесь, ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии. Ждем вас. Открывай. Мы заказали пиццу. Вау. А что это такое? Какие-то столы прям. Какие-то. Тут честно пол говоря, пиццы не имею ни мы понятия. С одними компонентами сделали, а пол пиццы с другими вот компонентами. Да. Это что-то, я не помню, что. Я вообще не понимаю, для чего это. Итак, закрываешь? Ну да, вот теперь стол, и она не скачет вот так вот. Да, да. Может, там зрители напишут в комментариях, для чего эта штука нужна. Готовимся ко второй партии гостей завтра. Размораживаем мясо и рыбу. Рыбу я буду засаливать, мясо будет на оливье и на горячее. Я сегодня первый раз за год пойду в брюках в магазин. Нет, смотрите, здесь, значит, вот мы хотели взять, но вот оно только розовое, шампанское. Это не очень прилично, мне кажется. Дюрсо сразу же за 40. Это за 23, по-моему, да? Да. За 24, вот, 23,90. Вот, это тоже розовое только, но это итальянские. Вот, а вот это вот шампанское, это уже за, знаете, какую цену? Падайте, сейчас я вам покажу. Какая у него цена? А, это еще ничего, это 54 всего. Ну, вот соседний. Или 34. А какой соседний? Вот это? Вот. А, вот, да, вот цена, видите, какая. А там будет в Росмане дешевле, да, не за 54? Не знаю, в Росман, по-моему, или в Кешет. Ну, или в Кешет, или Росман, да. Росман там покупали за сколько? За 29, что ли. А, за 29, да, там? Да, была. Молоко. Любимой женщины, да, или как она там переводится, немецкая. Ну, мы набрали. Целая коляска сверху. Честно говоря, мы редко так берем. Но здесь, конечно, вода еще объемная. Не, подожди, пока нормально все, я просто смотрю. Ну, давай. Все равно пальцы, конечно, попадают. Так. Так. И теперь я его буду нарезать. Ждем гостей. А вторая часть марлезонского балета. Сегодня у нас другой стол. Рыбу солила я. Рулеты картофельные с сырно-чесночной замазкой не для папы. Значит, то, что у нас нет чеснок. Это салат советский. Там есть версия для папы. Это не для папы, тоже чесноком, но для папы тоже есть. Без чеснока. Это папа может есть. Папа может. Это оливье обычный. Салат с морской капустой. Хлеб для рыбы. Совершенно верно. Безалкогольное шампанское для Никона. Кажется, идут. Мы ждали к 6, сейчас уже, наверное, 7. Сейчас посмотрим. Да, 7:50. Представляете, сколько еда стоит? Это мы застелили от Фиры? Для Фиры. Нет, никто не идет. Да нет, Фира, наверное, гуляла просто. Мы есть хотим. Угу. Никто пока не идет к нам. Ужас. Через... Что если они сейчас придут через минуту, мы только все уберем в холодильник. Ну да, ужас. Я боюсь, что там уже все просто. С едой. Ну ничего страшного. Ну наконец-то.
Ровно на час опоздали гости. Папа, вообще. Да, ждешь, да, давай, папа. Покажись, как ты выглядишь, покажись. Посмотри на себя в зеркало. Вот расческа лежит. Причешись. Да. Все. Да, все, клади расческу. С первого внимания сферы. Выглядит по-другому. Расцарапанный. Главное, держите, чтобы она не набрасывала, чтобы Илья ее держал, когда между столом и диваном будет проходить фирочка наша. Фира на меня всегда. А можно пока дверь закрыть вот так вот? Вот эту пока закрой дверь. Вот так вот. На меня прямого набросится, да? Понятно. Папа, если что, закрывай меня. Ну, открывай, Вить, люди пришли. Здравствуйте. Привет. Привет. Куда а с кем идем? Вы там разговаривали? Там соседка, да? А? Там соседка с кем-то вы разговаривали? Не, мы между собой. А, между собой? А, проходите. Зовите мне одеяло потеряли. И винят, и меня винят, что я его потеряла. Проходите. Понятно. Вот. Никон, там твои... Да, холодно, холодно, в стеке. Ну, вы, наверное, садитесь. Вот, вот Илья, Оль. Да, Илья вот здесь вот. Не-не, Давид, там, наверное, Оля сядет, да? А ты садись вот рядом со мной. Всем привет. Ой, привет, привет, да. Привет, только привет, ладно, привет. Ладно, да, ладно, вот Илья ладно, должен ладно, сесть ладно, сюда. Как, тихо, тихо. Только об этом, ты его любишь. Ай, ты любишь. Вот так, да. Сидеть. Сидеть, я сказал. Фира, сидеть. О, Фира за столом сидят. Значит, приставайте. Да. Вот я всегда, когда людям объяснял, хочу понять, почему я вырос таким избалованным и непослушным, не делаю и то. Да. Ты не слушался команды? У нас был отец, что родители не умели мной контролировать, потому что они очень мягкие и хорошие. И вот вы видите, это проявляется тут тоже. Я два дня с Фирой, она будет меня бояться. И будет делать то, что я скажу. Настоящий дрессировщик. Фира, сеть! Лежать! Лёлик! Надо сурово! Лёлик! Все хорошо, все нормально, а что? Так, подвинь мне тогда бутылку. Давид, наверное, садись на стул, потому что на кровати, наверное, мягко. Себя, значит, любимого. И далеко. Ну, давай себе любимого. Так, это что? Это же детское шампанское. Вот, без него, значит. Так, Кира. Кто хочет, можно детское. Под стол не надо. Видишь, Женя чем только помнится. Да, да, вообще. Его чем-то накормили там, друзья. Напоили, да. Ну, это давно повелось. Понимаете? Ой, сейчас ой, и сейчас это все. Я, пожалуй, к Давиду поближе себя отойду. О, о, детская, ничего она себе. Не шумит. Да. Так, да. Ник, ну давай. Стакан. На, держи. Слушай, я, наверное, тоже буду детской. Я стал лежать. Я лежать. Ну, только мне не так много, как Нику, но ровно в половину. Даже, ты, наверное. Ты боишься опьянять даже от детского. Да, опьяняю, опьяню. Ну, сейчас она уже. Только все понимает, все понимает. Сразу. Она только делать не хочет, она понимает, да, понимает. Все понимает, да. Энергия бьет? Угу. Так, кому еще детского? Давай, немножко. Она сладкая, не чуть-чуть. Да, конечно, она сладкая. Ну, зато... Все. Зато прикольно. Будешь детскую шампанское? Первый тост с детским шампанским. Конечно, можно. Без проблем. Так. Что-то так, ну давайте. Ты же увидела фотографию. Да, 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 по-видимому, да, вот тоже. Да. Какого-то там Гуга, я помню. Что? Смотрите. Парень или папа? Парень, папа, да. Я не знаю, кто. Парень, и собаки, которые сотни метров. Да. Так, Витя, ну, давай поближе к тебе. Поставь ты это все дело. Давайте. Я поставим. Исключительно в рамках проводства. Так, Вить, ты, может, поможешь, да, там, ты умеешь же, да, вы же теперь научились там, ну, нет, это все зажигать. Ой, я прям боюсь Фира, чтобы только. Ты не умеешь? Она будет в порядке. А Давид умеет. Давай просто поднести. Смотри, значит, нужно поднести, говорят, да, просто вот. Сверху. Готовы? Да. К центру. Ага. Фотителька там нету? Прям в центр, прям в центр. Прям в центр, да, оно загорится само. О! О-о-о, так, выключаем свет. О, какая красота! Витя, с днем рождения! Я тебя
С днем рождения тебя, с днем рождения, Витя, с днем рождения тебя. Ух ты, как она долго-то вообще. Да. Давид, а как это на иврите? Можешь спеть? Не, именно ивритская песня, пусть забыла ее. Маша, красавица. И вот тот Дамар еще, как видите, какой-то детской передачи тоже там. Пришла кошка, просит еды опять наша. Ой, разорение просто. Да. Здравствуйте. Это она стучит, да? И отправляем гуманитарную помощь за дверь. Фира, она уже более спокойно относится к тому, что она у нас не гавкает, заходит и ложится, знает уже, что у нее тут подстилка. У Ника идет урок по физике, он сидит в наушниках, и у него там урок онлайн школы. В диване намного приятнее лежать, чем на этой подстилке, еще из окна дует 23-градусным холодом. Да. Фира. Троллейбус домашний, да. Троллейбус на рейсах. И этот есть ус. Да, да. Что хочешь? Угу. Пол кухни занимает. Да, да, да. Разве можно было такие кухни делать? Чтобы я троллейбус не помещается. Да. Трамвай. Я пошла. И туда зайду, и сюда зайду. Да, и на диване полежу. И на кровати, и тут воздухом подышу. Да. Я вообще туда выходила. Да? Тогда с ними, да? С ребятами. В принципе, можно ее выпустить, но надо ее держать. Ну, не держать ее не надо, она не выпрыгивает. Да не надо, зачем? Знаю, ей там хорошо, на улице. Всякой фигней. Тихо. Кафира. Да, умничка, так, ну что ты делаешь, умничка. Я, скажите, умничка. С тобой умничка. Немножко играю, да, Фира? Да. Немножко играю. Я здесь, все хорошо. Все хорошо, я здесь, я никуда не ухожу. Маш, надо тебя купить будет, знаешь, хорошо. Что? Перчатки резиновые. Да. Ну, пойдем троллейбус. Что-то вчера. Если нужны перчатки, видите, у меня есть пара. Там в рюкзаке, ну, в там в синем рюкзачке. Рабочем. Там есть хорошо. Несколько марок. Потому что хорошо. Одна просто. А, ну Никон, достань папе перчатки. Я не знаю, где. В синем рабочем рюкзаке. Молодец. Это здесь? Да. Фаюра. Во внешнем кармане. Фаюра. Ты включи свет там, Никон. Готовы уже к прогулке. Мы уже сели. Ждем, когда нас выпустят. Да, ждем, когда нас выпустят. Ну, да. Пойдем. Ой. Никуся, закрывайся. Да, все, пока, ребята. Ну, я-то в магазин. Пошли. Закрывай, Никуся. Ушли, да?
Да, потом там, по-моему, собака идет гулять. А, кстати, у нас дверь-то закрыта на ключ. Ведь потом закрой дверь нашу на ключ. Да, закрыл. Ту. Вот эту. Да, я закрыл. Теперь все на видео знают, что у нас дверь не закрыта на ключ. Ну, вообще-то... Да, вообще-то все двери на ключ закрываются. Ой, а что я сюда-то иду? Да, мне-то надо туда. Все, я пошла. Господи, какие люди-то сидят красивые. Это ж надо такое, а? Такие люди и без охраны. Что у нас сегодня, свадьба? Или день рождения? Компания котов. Сидят. Ух ты, елки-палки. Иди сюда, пожалуйста, мам. Да, быстренько убирайте. Только решили в магазин сходить, сдать вот эти все бутылки, как сирену в хайфе. Сколько мы в хайфе, а в крайотах? В крайотах, так. О, слышите, сирена воет? Тихо. Ну да, но не факт, что сейчас у нас не завоет через секунду. Ну, да. Скорее всего, у вас там уже... Офигеть. Никон, зайди сюда. Ну, все равно что зайди. У нас не сработало. Нифига себе. Хорошо, мальчики. Сейчас бы поехали. Хорошо, что не поехали. Обалдеть. А давайте дома посидим. Я уже тоже чего-то про это подумала. Да ну. А фигня, подумаешь, 9 мешков этого самого, еще мешок с мусором. Нет, так хайф это тоже, когда вот крайоты, то хайф и Гранд Каньон попадает. Этот попадает. Вот это вот все мы хотели сдавать сейчас ехать. Шанан только попадает. Собрались выйти. А это что, крайоты, да, Кирьят-Ям? Так вот он даже доходит, вот хайфа тут внизу тоже. А что там, Кирьят-Ям, а даже хайфа внизу? Кирьят-Ям еще не попадает, да, нижний хайф там. Ну, Кирьят-Хаим, Бат-Гай-Алим? Кирьят-Хаим, Кирьят-Шмаэль. А. Это считается не крайот, это считается хайфа. Лев-Хамифрат, там вот этот район. Вот это да. То, что вдоль шоссе там.